приношу в дар музею. Уже в восьмой раз в Ивановском областном художественном музее открылась выставка новых поступлений. В этом году пополнились все разделы коллекции музея – живописи, графика, скульптуры и фотографии. Разные жанры представлены, то есть здесь есть и портреты, причем очень оригинальные, очень интересные. Есть жанровые сцены, пейзажи. Есть, например, такая вещь, как каламкар. Это пополнение восточной коллекции музея, декоративная завеса с оригинальной росписью. Вот она показывается впервые в стенах нашего музея. Каждый раз выставка дарений – это эксперимент. Встреча в одном пространстве времен и поколений, разных культур и стилей. Несмотря на неожиданное сочетание, каждый экспонат занимает свою нишу, в которой особенности того или иного автора проявляются еще ярче. Есть, например, картина Бориса Романовича «Владимир Ильич Ленин с детьми». Такой вот сюжет, не слишком распространенный в наши дни, хотя некогда очень популярный. Вот эта работа, она была подарена совсем недавно в музее, буквально вот в ноябре. И, наверное, это на сегодняшний день вот единственная возможность ее показать, потому что в ближайшее время выставочные проекты, в которые она могла бы войти, вряд ли случатся в нашем музее. А показать бы ее хотелось, потому что работа для своего времени очень характерна, очень интересна. Свое место в экспозиции занял и обычный, на первый взгляд, конверт символика чемпионата мира по футболу 2018 года. На самом деле он погашен специальной маркой в Санкт-Петербурге. Кроме того, на нем рисунок Дейнеки «Футбол» из собрания музея, который специально предоставили издательству для создания конверта и марки. Через какое-то время к нам обратилась филателист-коллекционер с просьбой, чтобы мы, когда она нам пришлет письмо, обратно отправили, там какой-то свой механизм вот у коллекционеров, что какое-то количество первых отправлений, они становятся редкостью. И вот таким образом она как бы нам обратилась на условие, что она сделает это и для нас. И, в общем-то, фактически это не просто как бы предмет с атрибутами рисунка из нашего собрания, да, но и в то же время я думаю, что это уже тоже редкость. Дары авторов и простых жителей – это единственный на настоящий момент способ пополнения коллекций. Собственных средств на эту статью расходов у музея нет. И несмотря на то, что в этом году экспонатов чуть меньше, чем обычно, все они, без исключения, заслуживают того, чтобы занять почетное место в коллекции. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.